Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я Ерушан Лоскутос. Спасибо, что вы были с нами. Всем привет, друзья мои. Сегодня 2 января. Погода такая теплая в Мерсине. Когда же наступит зима, чтобы свои вещи надеть теплые? Спали мы допоздна. Вчера сидели допоздна. Расслабон полный. Что хотим, то делаем. Сколько хочу, сплю. Сколько хотим, спим. Что я сделала? Завтрак приготовила. Потом пошла душ, привела себя в порядок, потому что сегодня бедо бездре, сакар твой лучший. По-грузински это день счастья. Как его проведешь, так и будет весь год. Поэтому нужно его красиво по сценарию как-то делать, да. Вот я с утра тут такой завтрак приготовила, хачапурку пожарила, такую тарелочку красивую приготовила, сыроколбасную. Весь день хохочу, прыгаю, резвюсь, постирала, повесила белье, чуть-чуть прибралась. Прямо аж настроение пришло, потому что отдыхать это не для меня. Чуть-чуть покопошилась в телефоне, ответила там, позвонилась, созвонила, и звонки от вас не заканчиваются. То есть спасибо вам большое за то, что вы помните обо мне, любите меня. Большое вам спасибо. И сейчас я решила приготовить Ашкему сюрприз. Какой сюрприз? Кофе давно мы с ним не пили и вместе с вами, не так ли? Вот сейчас мы выпьем кофейку и попробуем этот пряник такой, который я купила. Какой он на вкус. Сейчас позову Ашкем. Ашкем! Бакармысынес? Ашкем! Ашкем! Что-то не отвечает он. Там сидел, может, вышел. Где Ашкем? Ашкем Гельдин. Селям Сули, я когда что? Привет. Привет. Давай, садись. Садись, Ашкем Кавычичи, садись. И раз деним меня нужно, чтобы люди нас видели. Эльцаларе Гюрсун Сени. Ашкем Насылсен, Илбашин Башлады, Насылсен, Сен Мутлумусу. С Ашкем, дур, берешься. Икибин ирми бир илда сен дахамутлу. Дюн олду да, Ашкем. Ты, говорит, этот больше счастлив. Говорит, вчера, говорит, случилось, а? Ама и морал вар сенде. Бен сана өзүлмиорум. Не өзүлсез. Ну, нас, сен кызмиорсун бана, беним харекеттен. Ты, говорю, не злишься от моих выходок из движения. Не, я пиорум, сен кызыорсун. Hayır. Ama sen söyle bizim arkadaşları nasıl biz yılbaşı? Güzel. Güzel. Sana beğendin mi? Видите. Ну что, aşkım, şimdi o zaman buyur. Kahve mi içeceğiz? İç. Kahve içeceğiz ama ben ne istiyorum? Aşkıtom, aşkıtom, aşkıtom. Bu yiyeceğiz. Bakacağız nasıl değil. Ama baksın. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Dana, bıçak al, bıçak, bıçak. Что-то придумаю сейчас. Hadi beraber keseriz. Bu benim yakın gel. Hadi, подожди. Kesilir mi? Dur, dur. Bu pasta değil ki. Dur, dur, keseceğiz. Мы все порежем вдвоем. Ortadan mı? Evet, ortada. Hadi. Aşkım, biraz gel burada benim yakın. Не, ну чё большие длинные ноги у тебя, узун, а якобы вар, а яклар, я якобы, обувь говорю. Хады, вини кисме. Был бисквит, гиби, бисквит, аску. Хады, як миёрсу? Хады, не. Хады, а? Более я лязем, ашким, харекет я б мог лязем. Пора-пора, хозяма. Давай, ашким, ты порежь. Bu ama böyle bisküvi, pasta gibi kesilmez. Evet, tamam. Tamam. O zaman böyle. Beni güldürüyorsun. Böyle. Hadi. Tamam, böyle olur. Вот так сделали, güzel. Bak, arkadaş olsun. Güzel pasta. Что-то придумываю сюда. Еще. Evet, işte kafiyet olsun.
Nasıl yılbaşı mevsiminde? Все сидят на балконах, но многие гуляют на улице тоже, на балконах. Biraz yüksek sesle mikrofon yok. Alacağım güzel mikrofon. Güzel. Güzel. Вот такой пряник 10 лир стоит. Еще снежинка есть. Харекет йок. Ульду, мерси. Что происходит? Помню, 2 года назад с Хатерлюрсон, Дечинен, без ил. Yürüdük. Yürüdük. Parka gittik. Evet. 2018. Yine millet yürüyor aşkım ya. Evet, yürüyorlar. Gülüyor hani. Niye biz yürümüyoruz? Sefa abi var ya, o sahilden geldi yürüyerek. Biraz önce ben gördüm. Adam dün balık tutmaya gitti. Bak aşkım. Я, знаете, что в парке видела, парка видела, гюрдум, чучуклари, полис гельди и лари. В парке дети были с мамашами. Пришла полиция и прогнала их. Вот так вот сидим и хочу посмотреть фильм с легким паром и его посадить. Дай бог, чтобы сейчас получилось у нас. Блин, я не знаю, времени не хватает. И вам нужно YouTube загрузить и ответить, и все. Наверное, ничего не буду делать, а сяду и покажу фильм ему. Про животных сидит, смотрит. Турецкое телевидение вообще не идея. Ахшам мастер шеф Улачак? Ахшам мастер. Сегодня финал будет. Финал. Сегодня последняя серия, кто станет победителем мастер-шефа. Суля Берше. В Турции, Туркия, не гинил Олачак. Эрдоган не дыды. Что нового будет в Турции? Сейчас целый час или два слушал Эрдогана. Не дюр Эрдоган. Эрдоган дюр. 2021 bizim için daha iyi olacak diyor. 21 год для нас daha iyi olacak. Aşkım bu ekonominin geldi bu bitiyor bu. Вирус хайр. Сен хатерлиосо дуал олмак. Алмак олмас дуал биршей. Контракт битьер му? Кибенир бы учта битьер. А, доллар на новый перед Новым годом евро. Мне же евро интересует. Упало. Когда раньше можно было за 100 евро взять 960 лир, перед Новым годом я поменяла 100 евро 895. А вообще 31-го еще, кажется, было 890 или 887. 870 упало, а сейчас начало подниматься. Юксельдмиш дюрум евро. Ой, какая вкусная клубника. У меня еще и малина там есть. Малина давай. Малина, знаешь что? Малина. Звезды на рассвете, ах, какая сладкая малина была. Все соседи с ума сойдут, помшилар и шаширадя. Тамам, тамам, гапнем. Resberry, Турче, сана, гёстериджем, не Турче. У нас и малина есть, малина, малина. Девушки, малина. Малина. Не давай. А я кую, кую. Бумажка ему. Не нравится ему. Семенем. Короче, ем.
все подряд ем. Сен seversin böyle bir şeyler. Все есть. Тыква лежит, ничего не приготовила. А, с анашками ешь? Yemiyorum onu, sevmedim. Sevmedin? Не понравилось ему. Не ешь sevmedin, ne var içerinde? Ne? Sert? Почему не понравилось, говорю? Elektronik eşyalar ne kadar pahalandı ya, dolar yüzünden. Şimdi? Ne kadar az düştü dolar. Elektronika подорожала. 3. Знаете, и продукты подорожали. Я вот пошла, раньше мы за 15 лир, 30 штук, сейчас 24 яйца. Dolar? 3 aralığında çok iyiydi. Sorun yoktu Türkiye'de, tamam mı? 7 aralığı çok oldu. Çok oldu. Böyle olunca fiyatlar ikiye katlanıyor. 5 liraya aldığım şey 10 lira oluyor. 7 lira oluyor, 8 lira oluyor. Türkiye'nin acil olarak elektronik yapması lazım. Telefon, laptop, bilgisayar, araba. Bunları yapabilmesi lazım. Yoksa dolar hiçbir zaman için aşağı düşmez. Aşkım bak, iPhone şimdi bilgisayar, Apple, iPhone ne kadar? Şeye göre değişiyor. 15 bin lira da var. En iyi. En iyileri öyle işte. Hafızaya göre değişiyor. İçindeki hafıza olsun, ekran kartı olsun. Hepsi değişiyor. И мне сказала знакомая, лучше в России скажи, чтобы кто-то привез тебе. Выгоднее покупать там. Сколько стоит iPhone? Вы можете так написать мне такой самый последний крутой ноутбук? Чтобы я приценила здесь ценами. А может и в Батуми, когда поеду. Поэтому возьму там. Здесь лучше взять или там. Мы посмотрим. Her elektronik konusunda bağımlıyız yani. Bağımlıyız resmen. Tüm ürünleri dışarıdan getiriyoruz. Дорого здесь электроника. Bunlar da çok kullanılan şeyler yani. Sürekli kullanılan telefon. Sonra laptop, tablet. Bilgisayar, bilgisayar parçalarının hepsini dışarıdan alıyoruz. Bu da ağır oluyor bize. Детали компьютера все говорит за границей. Сегодня что сделала? Намазала маслом, массажик себе такой. Маслом сейчас жопа. Ну все, дружка, а сейчас мы читаем мы сынка? Пошли мы. Хочу посмотреть с легким паром. Эй, Ашкин, с чем ты фильм из Лидес? С легким паром. Hangisi? Rusça. Ben nasıl anlayacağım filmi? Ya ben sana anlatacağım. Как я ему переводить буду, не знаю, но посмотрим. Ну все, пошли мы, короче. Вот такой ужин сегодня мы захотели. Салаты надоели, решили сделать свежий салат. Курицу пожарила. И вот макароны отварила. Что-то так захотелось макарон. Ашкин суп не захотел, наверное, завтра буду готовить суп. Ну, оливье спрятала в морозилку, салат остался. Будем потом доедать. В общем, непонятно, какое состояние у нас. Непонятно, что хотим. Что душа хочет, то и мы и кушаем. Ну вот, пошли мы ужинать. Приятного нам аппетита. Вот так вот мы сидим с ним. Он сейчас вышел на кухню. Кофе делает мне, а я вот сижу, кайфую. Это настоящая легенда нашего кинематографа. Без Нового года, без иронии судьбы, с легким паром никак не прошел еще ни один Новый год, не так ли? А вы смотрели «Иронию судьбы» перед Новым годом или на Новый год? Все-таки приятно посмотреть наши эти фильмы, не так ли? Ой, ну а завтра начинается очередной день заточения. Ну и а завтра мы с вами встретимся. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.